В Санкт-Петербурге продолжается череда вечеров духовной музыки. После открытия там нового зала в духовно-просветительском центре «Свято-Духовский» творческая жизнь заиграла другими красками. На днях состоялся концерт автора-исполнителя батюшки Анатолия Першина. Ведущий нашего канала часто приглашает музыкальных гостей в свою программу «Лаврские встречи». Похожим образом был построен и его авторский вечер. Коллеги из северной столицы продолжат. Когда Ильи любовь слегка коснется твоих печальных берегов, и засияет в небе ласковое солнце на фоне чистых четвергов. Концерт, больше похожий на уютную встречу творческих друзей, на разговор по душам, на трогательные беседы о главном. Священник Анатолий Першин никогда не был замечен в чем-то нарочитом, жестко отрепетированном. Напротив, предельно живой, откликающийся на все, что происходит вокруг, он и собственный авторский концерт озаглавил без долгих раздумий – «Возвращение». Я так ощущаю свою жизнь, как возвращение. То есть я призван в этот мир. Вот я должен понять, для чего я родился, если мне так сразу не сказали. Вот, и поэтому я понимаю, я же вообще рок-музыкант был в прошлом. Я стал священником, видите. То есть я искал через музыку, наверное, пути к Богу. И я обрел ее. Может быть, люди творческие, они, может, ближе к Богу. На сцене музыкальные друзья батюшки, его поющие родственники и коллеги. В зале примерно то же самое. Иногда зрители и артисты меняются местами. Ничего удивительного, сегодня здесь только родные по духу, тонко чувствующие музыку люди. И круг приглашенных только растет. Смотрела программу с отцом Анатолием вот по Союзу, как он приглашает творческих людей, как он с ним беседует. Я думаю, вот, молодцы, здорово, вот, занимаются творчеством люди. Вот, а я все никак не выберусь. И тут я понимаю, что я сама пришла случайно к отцу Анатолию. Хотя просто вот искала место в храме, чтобы петь. Вот. И я поняла, когда я поняла, что это отец Анатолий, у нас с ним состоялась беседа, и он меня пригласил петь. Мы сняли передачу, он снял передачу со мной, с моей сестрой. И с тех пор мы стали петь вместе.